я думаю, что если народ будет потихонечку подтягиваться, ну тогда только ползком к пуфику. Так, два слова о себе, а потом, соответственно, о вас. У меня здесь конспектик есть. За полтора часа я вас, конечно, не отпущу, это понятно. Потому что человек я на своей профессии больной. Это сразу надо понимать. Рассказать мне много есть, я буду вас отлавливать в коридоре. Иди сюда, и еще вот это вот надо понимать. Наталья Козелкова, диктор центрального телевидения, welcome. Академик Международной академии телевидения и радио, актриса, телеведущая, бард, крестиком вышивать могу. Самое главное, что много лет назад попросили меня написать курс по технике речи. Ну, началось все это с техники речи, а потом все это... Да, ну, мало того, что попросили меня в 38 лет это все сделать. И вот когда я начала писать курс, я поняла, какая я до 38 лет, ну, скажем так, девушка с февралями дожила. Потому что, оказывается, насколько ж все интересно... Насколько все проще и насколько все жизнь становится интереснее и эффективнее, если знать то, что узнала я. Вот поэтому, по этой простой причине, я отлавливаю каждого попавшего мне в руки и говорю, а ты знаешь, насколько эффективнее и интереснее становится жизнь, если знать на. Вот. Поэтому по максимуму все, что сегодня смогу рассказать, все расскажу. Знаю, что вы... Часть роликов, размещенных в Ютубе, смотрели, поэтому, с вашего позволения, дублировать то, что там в Ютубе у меня выложено, я не буду. Я сегодня для вас приготовила всякие разные вкусняшечки, которые будут, ну, свежачок такой, да? Вот. Значит, о чем мы будем говорить в первую очередь? Если смотрели ролики, то знаете мой классический вопрос, который я... задавала раньше, сейчас уже не задаю, потому что уже на него ответ все знают. Что самое главное для каждого человека? Он сам. Да? Это мы уже с вами понимаем. Об этом очень мало кто задумывается. Поскольку для себя любимого я сам самое дорогое существо на белом свете. И казалось бы, вроде как на поверхности лежит, а мы об этом практически никогда не задумываемся. А это-то как раз и есть ключевая позиция, вокруг которой все остальное, вся эффективная коммуникация и вытанцовывается. Почему? Потому что это понятно, для себя я самое любимое существо на свете. Поэтому, когда я начинаю разговаривать, когда я вступаю в процесс коммуникации, когда я начинаю воздействовать на аудиторию, что я начинаю делать в первую очередь? Показывать себя. Абсолютно правильно. Себя любимого. Вот и роскошное звучание, да. Себя показывать, правильно. Стараться показать себя. Кстати, сказать и глагол возврат формы, морфема. Стараться казаться умнее, эрудированнее, красивее, то есть... Меня на блюдечке с голубой каемочкой. А слушатель для себя самое любимое существо на свете, понимаете? Вот тут-то как раз собака и порылась. Потому что вы ему себя дарите, а он типа... Ты-то мне и даром не нать, и с деньгами не нать. А для себя-то я что получу? Вот понимаете как раз, в чем запритыка и возникает? Вот... Кто в таком случае может быть эффективным в коммуникации, если мы с вами живем, по сути, в глухонемом мире? Каждый видит. Рассматривает исключительно сквозь свою призму. Окей, а достучаться-то как? Когда ко мне приходят на курсы люди, я говорю, что хотим? Ну вы это, говорить меня научите? Я говорю, окей. А слушать не хотите научиться попробовать? А это не приходит в голову, понимаете? Вот мало того, что мы с вами сегодня... Очень хочется дать такую вкусняшечку, сторителлинг, схема создания импровизационной речи. Но плюс еще понять, где наши сути...
собственные грабельки, на которые мы наступаем, когда общаемся со слушателем. Вот вы тот курьер. Вот это нужно понимать, что в коммуникации вы тот курьер, который несет своему слушателю ту фитюлечку, которую он хочет получить. Понимаете? И интерес к вам будет только в том случае, если эта фитюлечка нужна вашему слушателю. Никогда, вот это просто железный закон коммуникации. Никогда не пытайтесь дать слушателю то, что вы ему хотите дать. Дайте ему то, что он хочет получить. А вот для этого необходимо научиться понимать запросы вашей аудитории. Для этого необходимо учиться слушать в первую очередь. Потому что, как только вы начинаете, что вам, любимый, что тебе яхтовай? Ну, конечно, гули моя, ну на. И человек начинает разворачиваться в вашу сторону, и вы в результате получаете то, что хотите получить вы. Если говорить о негативно настроенном собеседнике. Опять же, возвращаемся к тому, что делать, если нам нужно коммуницировать. А вот дальше мы с вами понимаем, что вам в коммуникации делать нечего. Вы же уже отодвинулись от ситуации, вы уже стоите в стороночке, вы же ее уже со стороны видите. А кто в коммуникации остался? А кто остался дома? Да? Кто стоит на первой базе? А коммуницирует, собственно, с вашим собеседником ваш аватар. Аватар ваш. Вы своему слушателю не нужны. Он пытается понять, что он от вас получит. То есть то это вы. То есть, по сути, вы выбираете удобную форму из себя. Понимаете, что хочет получить слушатель. У вас, что я говорю, значит, кто мой собеседник, что он хочет получить? Мне зачем это надо? И у вас мгновенно собирается конфигурация. Это функция, это не вы, это функция, речевой образ, к которому тут же подключается невербалка. То есть это не только там я стою и образ создаю. Нет, что вы, это тут же собирается весь речевой образ, и он намного более действенен, потому что вы абсолютно искренне заставили себя поверить вот в эту ситуацию. Вы себе, как говорил Сократ, для того, чтобы убеждать тысячи, необходимо убедить сначала одного человека – себя. Я обожаю Владимира Вольфовича. Вот у него аватарка меняется. Был у меня на эфире, я вела программу «Диалог с Америкой» на русскоязычное население Америки. Пришел в 6 утра с охранниками, я говорю: «Владимир Вольфович, меня редакция попросила вас разозлить, вы человек умный, давайте я вас злить не буду, давайте вы сами разозлитесь». Угу, понял. Общая направленность эфира поняла, и обратите внимание, я еще ни разу не сказал: «Это однозначно!» Думаю, моя ж ты душечка. То есть он мне сразу дал возможность понять, включим, когда надо. 55 минут он сидел в баночке. Русскоязычное население Америки в него с наслаждением плевало через океан. Удобно же через океан-то, в глаз же не получишь, да? 55 минут он держал их в напряжении, потому что, а где Жирик? А где Жирик? А что он такой спокойный? А да. Он отвечал только на суть вопроса. И за 5 минут до конца эфира, на, роскошный скандал. Что вы звоните, что вы мне звоните из этой вашей Америки? Вы же уехали, потому что позвонил ты, Коль же. Вы уехали наверняка по израильской визе. Шарон ждет таких защитников, как вы. А почему вы сидите, потому что вы уехали туда, где вас жирнее кормят, потому что это вы развязали Великую Отечественную. Все, роскошно, сел на конька, 4 минуты роскошного скандала, я ему руками показываю. На-на-на! Я так, минута до конца эфира. На! Точку поставил, абсолютно убежденно, глаз горит, псих такой рядом сидит, причем абсолютно четко реагирует на,
команды, да, скандал по команде. Я говорю, спасибо, Владимир Вольфович, за то, что нашли возможность прийти в День Согласия, День Народного Примирения. Да, согласие с согласными, примирение с примиримыми, а с тем козлом, который сейчас звонил из меня, никакого примирения быть не может. До свидания, уважаемые телезрители. Подонок! Всего вам доброго. Гаснет камера и... меняется аватарка, потому что начинается раздача слонов нашим операторам. Ребята, а я вам водочки принес. И все мгновенно сменилась речевая задача, то есть ваш аватар выстраивается под речевую задачу. Левое полушарие дает команду правому полушарию, какую аватарку в данном случае создать. То есть... ситуация напоминает, как если бы режиссер Квентин Тарантино снимал киношку с участием актера Квентина Тарантино. То есть режиссер стоит в стороне, отдает команды, четко ведет весь процесс, а уже актер, ему не надо говорить как. Вот самое главное, не думайте как. Когда вы начинаете говорить просто своему как, оторвите голову сразу. Потому что вопрос как... тут же вас разворачивает «как я», «как на меня», «как» никогда никакую интонацию вы не найдете. Это невозможно, потому что «как» мозг не понимает. А зачем? Как только вы ему даете четкую речевую задачу, зачем? Зачем? К чему я это, собственно? Вот тогда мозг начинает абсолютно точно понимать. Вот наверняка те, кто видели мои тренинги, знают, что у меня есть такая фенечка интересная, когда я показываю разницу между как и что кому зачем. Да, когда тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Вот это как, да? А у нас здесь можно кондиционер включить, протянуть? Нет? Не задохнетесь? Нормально? Не, можем, конечно, дверь открыть. Что я сейчас делаю? Значит, мои ролики не смотрели. Срабатывает лимбическая система, понимаете, в первую очередь. Потому что человек реагирует мгновенно, когда он заглатывает то, что ему дорого. Он мгновенно это заглатывает, он не успевает понять, что с ним работают. Видели, насколько эффективно, когда я включила аватарку? Да, вы не волнуйтесь, у меня по 3-4 раза. Давайте тогда действительно дверку откроем, а то сваримся. Ну, welcome, если кому надо. У меня люди вцепляются, когда они знают, что я сейчас буду вот эту вот финчку демонстрировать, просто вцепляются в стулья, потому что подрывает. Открыть окошечко, включить кондиционер. Это мне любимому, это забота обо мне любимом. Понимаете, человек это захватывает, заглатывает моментально. То есть... когда вы даете человеку то, что он хочет получить, вы автоматом получаете то, что хочет получить он. Если у меня возникают с моим нежным, любимым, благоверным какие-то там, мгновенно реагирует, там, если он придет и пытается что-то мне помочь делать, две девы, каждая дева лучше всех знает, как надо. Он точно это сделает не так, как это бы сделала я. Коля, не надо, я сама. Что хочешь сказать? Я этого не могу сделать. Так, что я хочу угадать? Замечательно. Кто? Мужик, начальник, психотип руководителя. Что он хочет получить? Что он в доме хозяин? Значит, что мы ему даем? Зачем? Зачем? Что я хочу получить в сухом остатке? В доме тишину и покой. Значит, аватарки дали пендели, аватарка вышла вперед. Давай, 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 прогибайся, давай, кланяйся, давай, в доме будет тишина, давай. Колечка, я не права. Ну я же девочка, я же могу быть не права, правда? Все, все, человек уже поплыл. Ну, Коль, ну ты старше, ну что ты, елы-палы, связался черт с младенцем, ну алло.
Ну, Тюпочка. Ну, девочки же могут быть неправы, ну. Все. Все. В доме тишь да гладь, да Божья благодать. Неважно, права ли я в данной ситуации. Опять же, вопрос в сверхзадаче, в конечной цели. Не сейчас, что я хочу, а что хочу вообще. В конечном результате всей этой коммуникации, понимаете? Не сию секунду, а вообще. Вот тогда начинает у нас собирать наш внутренний актер, вот тот самый образ, который будет максимально эффективен для воздействия на данного нашего слушателя в данной ситуации. Один из знакомых слушателей купил себе машинку, а водителя своего посадил рядом. Говорит, дай, думаю, испытаю ходовые качества машинки. А машинка такая... Крутенькая машинка. И он едет на встречу с такими же друзьями-аллигаторами со своими. Его останавливает гаишник. Он говорит, там до моих ребят уже 100 метров остается. Я думаю, значит так, мотивация гаишника в чем? Деньги, власть, меня никто не любит. Он говорит, у меня любовь, я ему вряд ли предложу. Начнем со второго пункта, власть. И он говорит, я выхожу из машины, и я понимаю, я вдруг начинаю видеть себя со стороны. Я понимаю, что я начинаю превращаться в такого воробушка с лапкой подстреленной. И он говорит, я выползаю из этого майбаха, и этому гаишнику, командир, слушай, что я не то нарушил, где что сделал не так? Мы сейчас посмотрим. Ну, замечательно, на 3 дня права просрочены. И он говорит, и я ему в ноги просто валиться. Командир, слушай, а что я могу? А где, наверняка, я же только с понедельника по пятницу работаю. А по выходным же наверняка не работает ГАИ. Слушай, я же работаю, я же в ГАИ не успею, что пересдавать надо. И гаишник, ну ладно, что ты паникуешь? Нормально, в субботу приедешь в любой ГАИ, нормально. Спал, не надо пересдавать, что ты такой... И он говорит, и я смотрю со стороны на все это безобразие, на себя, вот эту, на аватарку свою, на гайца. Думаю, ёлы-палы, и мне же ведь действительно все равно, как сейчас выглядит этот мой аватар. Самое главное, что он потрясающе эффективен для выполнения данной задачи, уехать, не заплатив штраф. Он говорит, я могу, но мне просто интересно было, а вот это как, а это как сработает, просто чисто по-человечески. Говорит, сработало и сработало потрясающе. Тогда неважно, как я выгляжу, я начинаю выглядеть ровно так, чтобы быть максимально эффективным при выполнении конкретной поставленной передо мной задачи. На мой взгляд... Это личное мое мнение, как говорил персонаж Покровских ворот. Заметьте, я это предложил. То вот на мой личный взгляд, обаяние – это понимание разницы между смешной «жалко» и смешной «клево». То есть, если вы стараетесь быть правильным, если вы все по третьей позиции... У меня была девочка-слушательница, которая она просто каждый раз вставала в третью позицию. Я говорю, «Настя!» Встань кривенько, Настя, ты такая клевенькая будешь, ты такая обаятельная, Настя, ну давай как-то это пространство обживать уже, Настя, ну ты же здоровская, Настя, ну это же невозможно. Ничего, Настя, ну не если вы правильные, не дай бог, если вы правильные, вы же прекрасно понимаете, что самое страшное – это правильное. Потому что правильные, они как стекло, они прозрачные, они незаметные. Они вообще незаметные. Запоминается любой арт-объект, любой человек, любая идея своими закорявинками, закозюлинками, понимаете? Впуклостями и выпуклостями, неправильностями. Вот Челентано, он же понимает, что его уже никто от лица орангутана не избавит. А оно ему надо. Вот обаяние это, а полюбите меня, черненького, беленького, меня всякий полюбит. Да? Вот когда человек понимает, что над его аватаркой
люди вместе с ним, то есть он первый может. Я вам сегодня Наталью Козелкову привела. Ничего, клевая тетка. Полгода до пенсии, ничего, так это вот с февралями такая забавная. Видите, что делаю? Я аватарку свою вперед выдвигаю. Я могу над своей аватаркой посмеяться вместе с вами. Вам забавно, вам позитивненько, вам уже комфортно вместе с этим персонажем. Соответственно, мы с вами выстроили дистанцию доверия. Дальше мы уже с вами, мы одной крови, ты и я. Мы с вами уже работаем в одной сцепочке, правда, да? Вот уже конструктивно можно до чего-то договариваться. Как только мы не себя являем, если пытаемся себя преподнести, начинаются зажимы, я начинаю стараться быть правильным. Катастрофа. Когда я занимаюсь конкретным делом, вот тогда я какая угодно могу быть. У меня внутренний мой актер, он выстроит аватарку. Вы не волнуйтесь за своего внутреннего актера. Вы постойте режиссером в стороночке и посмотрите, как клево смотреть со стороны на то, как работает ваш этот внутренний актер с вашими собеседниками. Вот это называется режим отодвигания, когда ничего личного, я просто выполняю речевую задачу. Вот надеюсь, что у нас с вами сегодня будет возможность попробовать сюда выйти и эти речевые задачи повыполнять. Потому что я еще расскажу о том, что такое адреналиновая атака. А потому что пока сидите, все хорошо, спокойненько. Я же не говорила, что я сейчас смогу сказать, а пойдем. А вот теперь вы будете понимать, что у нас сегодняшнее занятие может закончиться тем, что придется сейчас здесь просто от обморока тихо заваливаться перед всей честной компанией. Теперь, значит, выясняем, как бороться с адреналиновой атакой. Что такое вообще адреналиновая атака? Если любые эмоции... Ребят, я даю грубую схему, то есть мне любой нейрофизиолог типа там, Татьяны Черниговской или, там, скажем, Вильянора Рамачандрана, один из крупнейших нейрофизиологов наших, они мне просто голову бы оторвали за то, насколько схематично я объясняю. Но оно работает, это вот как говорил Вадим Зеланд в «Трансерфинге реальности». Это схема. Я не знаю как, но она работает. Вот, понимаете, вот я даю схему, я даже знаю более-менее, как она работает, но она, если я вам сейчас буду рассказывать основы нейрофизиологии, мы здесь с вами все повесимся уже 10 раз. Поэтому просто принимаем вот эту вот грубую схемочку, но она, чем проще, тем лучше работает, как показывает практика. Значит, что такое адреналиновая атака? Если эмоции у нас там, скажем, ноздри на ширину плеч, да, вырабатывает гипоталамус, то единственная эмоция, которую нельзя блокирнуть, это страх. Его блокирнуть нельзя. И вы об этом знаете. Панические атаки не блокируются, то есть самостоятельно. Если можно вот любую эмоцию негативную заблокировать вопросом, а оно мне надо, можно на начальном этапе, на начальном. Чем раньше вы этим займетесь, тем быстрее есть возможность заблокировать работу, выработку вот этих вот нейропептидов. Страх заблокировать нельзя, потому что он нам был дан на заре человечества для того, чтобы, когда на нас какая-нибудь страшная фигня выпрыгивала, чтобы мы ей или по башке могли быстренько дать тяжелой дубиной, причем хорошо, так и основательно, или быстренько удрать. Потому что мгновенно включается... Надпочечники выбрасывают адреналин, гормон страха. Мгновенно начинает тёпаться сердце, мгновенно начинает активно работать вся сердечно-сосудистая система. Это энергетик. Вот и надо на нем рвануть. Он нам дан для того, чтобы мы рванули. Вот и надо рвануть. Первые несколько секунд, когда выходим сюда, вот дам схему импровизационной речи и буду нескольких желающих сюда выдергивать, за руку держать, нормально, в прорубь это, вместе пойдем, буду держать за руку, чтобы не боялись. Но
вот этот вот адреналин как блокируется? Рваните через «не могу», через страх. Вот как говорил Дейл Карнеги, ваша задача в течение первых нескольких секунд включить искусственную смелость. Никто не знает, что у вас там коленочко трусится, что вы сейчас в обморок реально завалитесь. Врубили громкость, врубили уверенность. Дали пинка аватарки. Давай, пошел! Бум-бум. Добрый день! Бах, ракушечка закрылась. Сзади. И в ракушечке сидит это ваше левое полушарие с этим, с пультом управления. Говорит, давай, давай, пошел, пошел. Пошел, давай. И это ваше правое полушарие тут. У нас с вами потрясающе интересная сегодня будет тема. Мы с вами будем разговаривать о том, как размножаются в полярных условиях белые медведи. О чем угодно. О чем угодно, но вот на этом драйве раскрутили себя, заставили включить драйв, включили лампочку в глазу. Если у вас глаз тухлый, как у селедки на асфальте, говорить о том, что кто-либо вас будет слушать с интересом, не приходится. Да? Если у вас глаз горит, желание сказать вызывает желание услышать. Надевайтесь на аудиторию, выжигайте адреналин. Вы сейчас сдохнете, если он вас будет, если вы останетесь в ракушечке, если пендели своей аватарки не дадите. Он вас сожжет в этой ракушечке, сваритесь вкрутую, как там черноморская это мидия на противне, если ее там на топляке раскрыть. В студенческие годы, помню, эти раскрывали эти мидии. Да? Дайте пенделя аватарке, пусть аватарка за вас начинает пахать. Активно, чуть-чуть активнее первые несколько секунд. Никто не знает, то ли у вас глаз горит от того, что вы сейчас просто описываетесь от ужаса, то ли от того, что вы абсолютно уверены в собственной позиции, в собственной правоте. Включили лампочку в глазу и рванули. Через несколько секунд у вас что происходит? О, то есть посмотрите, что это волшебный пинок для оратора. Что вы с собой делаете? Вы меняете биохимию крови. То есть практически это напоминает ситуацию, как если бы вы вставили ключик в замочек зажигания, вот этот ужас свой, кошмар. Пошла искра в камеру сгорания, пошли работать поршни, пошел крутиться ремень генератора. А что, нормальный бензин кончился? Адреналин кончился, он уже не вырабатывается. Более того, вы начинаете получать уже фидбэк от аудитории. Слушают. Yes. Слушают. Yes. Слушают. Все, у вас заблокировался выброс адреналина. Ну а дальше-то вот это на чем-то крутиться должно. У вас начинается выброс норадреналина, гормона победителя. Если адреналин – это бежать, то норадреналин – это порвать. Все, чего хотели спросить? Спрашивайте. И начинают вот так вот труситься ручки. Люди, которые у меня садятся после выступления, говорят, адреналинит. Я говорю, не, норадреналинит. Норадреналин – гормон победителя. Уже другое качество, уже со знаком плюс, уже… Вот то, о чем говорил Карнеги, он не имел представления о вот этой смене гормонов. Он писал, бог знает когда, там, в середине практически прошлого века, во второй половине. Но эмпирическим путем он понимал, что сначала нужно включить искусственную смелость, которая через несколько секунд станет вашей собственной смелостью. У меня... Вот аватарка, которая заинтересована в том, чтобы по максимуму в вас встроить совершенно потрясающие знания, которые, я точно знаю, очень здорово, качественно меняют жизнь. Вот поэтому вот эта вот моя аватарка, потому что зубная боль проходит, головная боль проходит, совершенно потрясающая штука. Вот у аватара не болит ничего. Даже если там можно приползти с жуткой усталостью на какие-нибудь переговоры, ну давай, милый, пошел, пинка аватару, и ха, и все, и уже никакой усталости себя не ощущаешь. Не то, что не ощущаешь, все, что не касается данной коммуникации, к вам не относится. То есть работает только вот одна
ваша грань, настроенная на решение данной конкретной задачи. Так вот, какие речевые красочки, голосовые красочки воздействуют на подкорку вашего слушателя? Тембр, тембральная окраска. Тембр, либо он серенький, глухой, такой плоскенький, либо звонкий, сочный, для этого достаточно... Вот зевните, все давайте зевнем. О, вот какой глубины звук у нас. Ай, боже мой, нёба, купол нёба. Купол нёба подняли, уже объем звука. Потому что вот это Роза Сябитова, плоское нёба. Понимаем, да? Вот чуть-чуть приучили нёба держаться на зевке, уже себе увеличили объем. Уже все остальное, там опора дыхания, как звук формируется, это у меня есть в других роликах, можно посмотреть. Просто не хочу повторяться, хочу новенький материал дать. Вот сейчас просто вот мо. Вот просто сделайте мо. Мо. Вот. 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 Вот другое качество звука. Вон девушка сидит с ноутбуком, прям вот так, как боженька по душе в мягких тапочках. Мо! На роскошном контральто. Мо! Вот! Вот! А теперь вот почему цепляет вот эта роскошная серединочка? Потому что кроме тембра у нас есть еще... Есть еще такое понятие, как звучность и темп, они взаимосвязаны. Вот это нужно понимать. Мы в письме главные вещи подчеркиваем, курсивчиком выделяем, жирностью. А в речи-то чем? Только ударением и замедлением темпа. То есть, если вы вели-вели слушателя по какой-то своей идее, не выдавайте идею, пожалуйста, сразу, Богу, ради Бога, на гора сразу. То есть, на тебе мою идею, ешьте ее с гречневой кашей. И, ну это ж твоя идея, а ко мне она какое имеет отношение? Протянуть слушателя, потому как вы к этой идее, взять его за руку и провести его, взять разгон и к этой идее его провести. Но это мы сейчас к схеме импровизационной речи подойдем. Вот подвести к этой идее, подвести-то можно быстренько, иди сюда, а потом вот в неведомое открываем дверь, паузку. Понимаете, да? Зачем нам паузка нужна? Притягивается, концентрируется внимание. Пожалуйста, без пауз не гоним. Не делайте вот это, вот и сварила за весь день вот такой большой пельмень. Подтянули к самой главной мысли, остановились. Вкус, это называется, в речи это называется техника «дорого продать». Подтянули, пробежались, подтянули по мысли, рассказали об этом, рассказали об этом, рассказали об этом, повесили паузу и громко, то есть звучностью мы ставим логическое ударение и придаем значимости. То есть, грубо говоря, подчеркиваем. Практически по слогам выдаем ключевую мысль, и ее ваш слушатель. Потому что что было в паузе? Вы рассказали об этом, рассказали об этом, рассказали об этом, повесили паузку, и у слушателя: ну давай уже. То есть он произвел работу по желанию получить уже вот ту сентенцию, которой вы его подтаскивали, вашего слушателя. Все, он уже готов ее принять. И вы подарили вкусненько, красиво, дорого упакованную в замедленный темп и чуть-чуть увеличенную громкость. И поставили большую, красивую, конечную точечку. Если мы говорим о звучности и темпе, очень важно понимать, что у нас точек
Два вида. Ребят, в речи это очень важная штука. Об этом очень мало кто знает. Точки есть промежуточные. Рассказали об этом и поставили маленькую точечку. Маленькое понижение в конце основной мысли. Видите? Что у вас ухо делает? Ухо. И? Ну? Ага. Мозг включен в режим ожидания. Почему, когда вы промежуточной маленькой точечкой заканчиваете свое выступление, вы после этого вынуждены, вот в прошлом году смотрела доклад членов правительства президенту Российской Федерации. Нет, кто-то из наших, по-моему, вице-спикеров, блестяще сделана речь, цитаты начал, идеально структурировано, крупненько выделена ключевая позиция и красиво, грамотно поставлена конечная точка. Уходят подборные продолжительные. Все остальные, большая часть, не скажу, что все остальные, но из пяти четверо. Я закончил. Милый, ну что ж ты яхонтовый, ну речь это же орудие воздействия на слушателя, это самое мощное в мире оружие. Ну что ж тебя не поднесло-то вот хоть кому-нибудь из профессионалов узнать, как это работает. Так вот, пока у вас промежуточные точечки ставятся, такие внутри абзацевые, маленькие, маленькое понижение на последнем ударном слове в предложении. В этом случае мозг вашего слушателя включен в режим восприятия. А когда мы мысль заканчиваем, мы ставим большую конечную точку. То есть предпоследнее речевое звено делает мертвую петлю, и, захлестнувшись еще выше, покатились конечные точки, чтобы была большая амплитуда. Чтобы поставить конечную точку, вот последний смысловой кусочек предложения нужно сначала, вот просто на артикуляционной цепочке покажу. Бримбрали, брамбрала, брамбрала, бромбрала, 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 бримбрали, брамбрала, брамбрала, бромбрала, 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 бримбрали, брамбрала, брамбрала, бромбрала, 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 бримбрали, брамбрала, брамбрала. И вы понимаете, что этот кошмар закончился? Бромбрло, бромбрло, брымбрлы. Упаковали. То есть вот уже на этой мертвой петле ухо слушателя переключается в режим сохранить. То есть вы напечатали файлик и кликнули на дискетку этот файлик сохранить. Если вы перешли на следующий файлик, не кликнув на дискетку, не поставив эту конечную точку в конце мысли, у вас, у ваших слушателей, мозг эту информацию затрет, так же, как компьютер, этот файлик. То есть, понимаете, вот рассказали об этом и поставили вот такую точечку. Типа и... Ничего не понимаю. До этого все понимали, до этого все было идеально, все понимали, из-за того, что вот этого вот, вот этой вот схемочки не было сделано голосовой, конечную точку вы не поставили, мозг слушателя в режим сохранения информации не включили. Успеваете воспринимать информацию? Нормально? Не гоню? Нормально? Потому что мне же это... Я ж мать по психотипу, я же... Вот проходили же наверняка вот эти вот диски, да, четыре психотипа, там разные есть термины, вот у Дэвида Льюиса терминологии, вот я пользуюсь его терминологией, руководитель-механик, левополушарные, мать-мотиватор, правополушарные, там руководитель-босс, механик, руководитель-стратег, механик-тактик, мать-помощь, защита, поддержка, очень ранимые, обидчивые, ну,
Порвануть на груди тельняшку, лечь грудью на амбразуру за всех окружающих – святое дело. За себя язык к небу, мать просить не умеет. Нет, мать говорить не умеет. И мотиваторы – это йо-хоу! Вот большинство из вас наверняка мотиваторы. Творческие люди с огромным только генератором идей, такой пионерский костер в пятой точке. Причем, главное, мотиваторы дико заразные. Подпалить этот пионерский костер у себя и с этой спичкой пойти у всех окружающих еще этот пионерский костер подпалить. Потому что это же обидно, если мне одному интересно. Интересно же всем должно быть. Вот это вот мотиваторы. Вот я сформировалась как мать. Дальше уже на себя надстроила мотиватора. Ну, потому что матери жить тяжело. Потому что мать, опять же, она никому не умеет отказывать. Потому что выстраивается очередь желающих сесть на голову, свесить ноги, сказать, что уши мешают. Поэтому лучше так это... Мотиватор не говорит «нет». Он говорит: «Классно, ребята, объясните, зачем оно мне надо». Меня замотивируйте? Не можете? А я тем более не могу. Вот, ребят, вы как бы сможете меня замотивировать, объяснить мне, нафига мне это надо? Вот тогда же я, ребята, к вам с удовольствием, с раскрытой душой, а сейчас что-то меня не мотивирует. Так вот, возвращаясь от психотипов все-таки, то что такое психотип? Это то, как человек сформировался, система ценностей. В 1948 году исследователь речи по имени Гарольд Ласвелл придумал такую интересную штучку, которая называется теория волшебной пули. Это все туда же, в нашу сегодняшнюю копилочку, к нашему отодвиганию, к нашему поиску, подбору языка, понятного слушателю, услышать, что он хочет получить, дать ему это, чтобы он развернулся в вашу сторону. Так вот, что такое эта теория волшебной пули? То есть он дал определение коммуникации как процессу, где отправитель посредством какого-нибудь канала передает информацию получателю. То есть отправитель, человек говорящий, пишущий, звучащий, неважно, в общем, отправитель информации, передает эту информацию получателю и теоретически, если коммуникация правильная, хорошо правильно выстроена, без барьерчиков, то эта мысль должна прилететь в голову получателю, как вот волшебная пуля, попасть туда без искажений. Как правило, такого не происходит. Потому что, как правило, наши слушатели слышат совсем не то, что мы им говорили. У меня есть один знакомый, правополушарный, актер. Вот можно ему много рассказывать чего-нибудь интересного, задавать вопросы, требующие односложных ответов. Ох, какие ответы интересные можно услышать. И вот тут очень важно спросить: ты понял? Понял, что ты понял? Там стоит такой редуктор, что через него пробиться, это нужно так точно понять, как сформулировать мысль, чтобы она ему, вот как эта пуля, туда долетела. Там такое количество барьеров. Вот про эти барьеры сейчас хочется рассказать, чтобы дальше мы уже с вами на них не наступали. Потому что об этом я, собственно, нигде не говорила, а найти этого Гарольда Ласвелла можно в очень редких изданиях. В чем заключается эта волшебная теория волшебной пули? Необходимо... Нормуль? Потому что, смотрю, вы уже так поплыли. Волшебная пуля. Нет. Необходимо подобрать код, на котором вы кодируете эту информацию, то есть упаковочку, такую, чтобы ваш слушатель эту упаковочку-то развязать мог. А то, может, у него там ножниц маникюрных нет, а вы ее там завязали так, что ее и не развязать, и не распаковать. То есть, если мы передаем, там, скажем, флажками какое-то сообщение, мы должны точно понимать, что у нашего собеседника информация о том, как считывать вот эту вот азбуку флажков, должна быть. Если мы разговариваем, там, оперируем какими-то понятиями, мы должны точно знать, что наш собеседник этим кодом владеет. У меня была жутко забавная история. Много лет назад, там лет 25 назад, я приехала в деревню с тремя борзыми собаками. Деревня – край мира на границе Орловской и Курской губернии. То есть там вообще женщину за рулем не видели.
А тут еще выхожу я, у собаки лапа поранена, у одной из трех, и забинтована. И две тетки стоят у плетня, там, похоже, мама с дочкой. И я понимаю, что я первый раз в этом селении, мне надо как-то коммуницировать. Но это было лет там, 28, может быть, назад. Я не знала о коммуникации, то, что знаю сейчас. И одна тетка к другой поворачивается и говорит, у собаки нога забинтованная. Думаю, о, есть тема. Я ей рассказываю, как собака лапу ранила, как ее лечила. Всю эту эпопею рассказываю. Дочка поворачивается к маме. Нога у собаки забинтованная. Я думаю, так, что-то я не то делаю, куда-то я не туда иду. Ладно, значит, буду апеллировать любовью, значит, оперировать фактами, значит, позволяющими мне достучаться до их, скажем, скотоводческой души, апеллировать к их любви к домашним животным. Думаю, окей, понимаете, три собаки, вот выезжаешь на охоту, а тут вот одна лучшая собака порезала лапу. И когда уже мама снова поворачивается к дочке и, наконец-то, ставит вот этой звучностью правильное логическое ударение, я понимаю, где собака порылась, да? Она говорит, у собаки нога забинтованная. И я понимаю, что у них все это просто пролетало мимо сада, мимо сквера, мимо милиционера, потому что они меня вообще не слышали. У них зарплата 500 рублей в месяц тогда была, сейчас 2500 рублей в месяц у доярок зарплата. Они не понимают, как бинт, купленный в аптеке, можно скотине на ногу намотать. Вот у них не складывается понимание. А я им тут про псовую охоту, про историю забавы российской. А они про бинт понять не могут. Понимаете, вот вопрос кодировки и раскодировки этой информации. Так вот, у нас, в принципе, для того, чтобы понять, на каком языке со слушателями говорить, у вас нормально работает, вот когда вы отодвинулись от ситуации, сделали из нее шажочек наружу, не думаете, как вы выглядите, а думаете, что, кому и зачем вы должны говорить, вы сразу со стороны видите и вашу аудиторию. Либо это один собеседник, либо это большая аудитория. Соответственно, сосканировали, увидели, дальше, понимаете, определили свою аудиторию по уровню развития, уровень интеллекта, уровень интереса, гендерная принадлежность, возраст, вот все, да, скомпилировали, и дальше уже понимаете, на каком языке с ними разговаривать. Ушла, прежде чем сейчас расскажу про барьерчики, препятствующие эффективному общению, убрела, надо же, остались последние две составляющих голоса, которые воздействуют на ухо слушателя. Вот рассказала про тембр, про звучность и темп, не рассказала про высоту. Вот почему, вот увидела, что девушка ускакала, и хорошо, что вспомнила. Почему вот это вот низы бархатные сразу ухо зацепили? Дело в том, что верха выносит мозг сразу. Обычно, когда мы выходим выступать перед большой аудиторией, начинается разговор, как правило, с галеркой. Причем это происходит не потому, что я волнуюсь, что галерка не услышит, а потому что меня страхом тряхануло, вот тем самым адреналином. И мне просто страшно, и я подсознательно отодвигаюсь, дистанцируюсь, понимаете? То есть, отвечают за яркие, но не глубокие эмоции, это вот всполохи жизнерадостные, ой, ой, привет, ой, ну надо же, да? Или отойди от меня, далекое расстояние, дистанцирование, держись подальше, да? Или вопросительный знак, что, честно, правда-правда? Неуверенность. То есть верхами нужно пользоваться очень дозированно, только когда вам нужно речи добавить вот таких вот жизнерадостных красочек. Да? Вот только в этом случае. А радоваться все время нельзя, потому что это больничка.
Поэтому пользуемся только вот такими вот всполохами. Серединочка, дистанция доверия. Вот почему цепляет средний регистр голосовой. Даже если у вас большая аудитория, разговариваем. Вот хорошо нас в свое время в дикторские годы приучили. Не разговаривайте с многомиллионной аудиторией. У вас всегда, каждую секунду времени, только один слушатель. То есть с одним поговорили, перекинули глазки, поговорили с другим. Да. И тогда вся огромная аудитория воспринимает вашу речь как обращенную к себе любимому. Понимаете? Вот почему серединочка называется дистанцией доверия. Потому что я разговариваю с одним человеком, который находится на близком расстоянии от меня. Вот почему средний высотный регистр очень цепляет. Ни в коем случае не выходим наверха, потому что это значит, что вы начинаете отодвигаться и дистанцироваться. Кстати, посмотрите, как работает, например, Екатерина Андреева. Она все время немножечко над ситуацией. Аватарка, да? Как работает ее? Ведущая Первого канала Екатерина Андреева, она подает информацию нейтрально. Ничего личного. Ничего личного мы не навязываем вам. Наше мнение – только чистая информация. Пожалуйста, воспринимайте сами. Видите? Вам. Мы собрали вам самую достоверную информацию. Ирада Зиналова! Это горячие точки! Иди сюда, давай вместе переживать будем. Иди сюда! Сократить, поддернуть на близкое расстояние, потому что низы отвечают за мощные, очень глубокие, очень искренние чувства. Понимаете, да, как выстраиваются аватарки? Зачем? Зачем? То есть чего в данном случае, для чего они создаются? Чего в данном случае хочет получить тот или иной человек, создающий вот из себя свою аватарку? У них же совершенно другие голоса в жизни. То есть вы видите функцию, но за счет этого она максимально действенна. Потому что ну, не нужна вам Катя Андреева и не нужна вам Ирада Зейналова в том виде, в котором они есть в нормальном человеке. Ой, Жирик какой обаятельный. Милейший человек, прекрасно воспитанный, душечка. Вот если без аватарки. Понимаете? Но другое дело, что своему электорату он такой не нужен. Соответственно, существует некая функция, некий аватар, который намного более эффективен, нежели вы сами. По поводу высоты понятно? Вверха далекое расстояние, яркие эмоции, там, позитив или вопросительный знак. Серединочка, дистанция доверия, низы, очень искренние, очень глубокие чувства, отвечающие за очень близкое расстояние. На низах. А-а-а, пожалуйста, удавка. Бандерологи. Хорошо ли вам видно? И да-ка. Понимаете? Вот оно, подтягивание, сокращение дистанции. Низы отвечают за очень близкое расстояние и мощные искренние чувства. И последняя составляющая речи – артикуляторы. Ну, артикуляционных гимнастик, вагоны маленькой тени, скороговорочки, пожалуйста, попроговаривайте. Самое главное – понимать, что у нас их три штучки артикуляторов – язык, губы и нижняя челюсть. Ну, не верхняя, потому что верхняя к черепу приделана. Она только у лягушонка Кермита, да, действует. А рабочие артикуляторы. И если хоть один вянет, если хоть один, они тоже требуют гимнастики, ну, поспорим. Там-то мы ходим, там бегаем по утрам, какую-то гимнастичку телу-то даем, а это-то рабочий инструмент для достижения собственных целей. Поэтому язык, губы, нижняя челюсть. Найдите удобную для себя артикуляционную гимнастику, хотя бы там с десяточек скороговорочек. Говорите, давайте попробуем сделать одну штучку забавную. Завернули язык за верхнее небо, давим на корень языка и выстреливаем. Сейчас покажу, как. Услышите шлепок о нижнюю губу.
Это мышцы прокачанные. Вот у вас хорошо, если вывалится. Вот давайте попробуем. Ага. Вот, очень хорошее упражнение. Трубочкой, если не получается трубочкой, стрелочкой. Вот, вот, замечательно. Это язык. Язык отвечает за четкость речи, за уважительную дикцию. Потому что если у вас каша во рту, соответственно, вы воспринимаете как человек, крайне неуважительно относящийся к собственному собеседнику и вообще к той информации, которую вы доносите за собеседника. Что я вас умоляю, да? Верхняя губа отвечает за энергетику подачи материала. Если она у вас упала, вы шторкой перекрыли всю ту... Вот эту вот заинтересованность внутреннюю, которую вы у себя накачали, а у вас тут жалюзи. Вас там изнутри распирает, а шторка висит, и вы через нее пробиться не можете. Губы отвечают за энергетику, понимаете? Поэтому вот давайте хотя бы сволочного суслика с вами сделаем. Да. Вот. Во, замечательно. 10 раз. Каждое упражнение 10 раз. Ну, хотя бы немножечко, хотя бы дайте артикуляторам немножечко разминочки. Так, нижняя челюсть. Если она зажата, вот этот вот купол неба, объем голосу мы придать не сможем. У нас включится Роза Сябитова, да? Вот когда работает челюсть, вот тогда... Объема речи, голосу можно придать. Вот давайте попробуем просто сделать хотя бы удивленного бегемота. Вот, мышцы, видите? Да. Угу. Хотя бы мышцы сгибателей и разгибателей покачать. Можно еще сделать жвачное животное. Да? По кругу или в другую сторону? Ага. Вот, по максимальной амплитуде. Замечательно. Вот. Вот, потому что нижняя челюсть, работающая, она отвечает за объем нашего голоса. Потому что начинает работать челюсть, вот, да? Если она зажата, небо зажато. Если челюсть начинает работать, мы можем уже купол неба себе там образовать, подтянуть его наверх, создать объема голосу. Вот это... 5 составляющих голоса. Звучность, тембр, высота, темп и артикуляция. То есть нужно понимать, что звучим на середине с активными артикуляторами. И вот желательно, чтобы небо было немножечко на зевке. И ой, да, еще. Не торопимся, потому что если мы летим галопом по Европам, значит, эта информация неважная, неважная. И сам я, помните, этот мультик «Падал прошлогодний снег»? И сам я такой мелковатый, да? И информация мелковатая, и вы такие мелковатые, как носители этой информации, поэтому не летим галопом по Европам. Если нам что-то очень важное нужно донести до слушателя, пожалуйста, средний темп держим, потому что мозг слушателя воспринимает информацию со скоростью 70-100 слов в минуту, а говорим мы со скоростью 100-130, современный молодой человек. Понимаете? Значит, лучше все-таки съехать вот к той грани, которая все-таки 100, а может быть... А вот самые главные кусочки. Как детям малым громче и медленнее вот эти вот ключевые позиции. Помните, да, с подчеркиваем и жирненько. Так вот, как раз мы с вами и перекатились к тем барьерам, которые препятствуют эффективному общению. Барьерчики, схема создания импровизационной речи и welcome сюда. Желающие, понятно. Значит, барьеры, которые мешают вот этой вот пуле из одной головы в другую выстрелить. 5 штучек барьерчиков. Вот если вы их запомните и поймете, какой ваш барьерчик, вы его дальше сможете отслеживать. Вот у меня, например, любимый барьерчик 3-й. Ну, все по порядку. 1-й барьерчик. Барьеры, препятствующие эффективному общению. Понимаем, да? Вот этой вот волшебной пули. Ваше сообщение содержит логические ошибки. То есть вы не там поставили ударение логическое. Потому что это классическая ошибка. Когда мы мысль формируем, мы там у себя внутри в голове знаем, что у нас главное. А когда мы начинаем ее озвучивать, ну мы-то знаем, что у нас там главное, да?
Мы-то знаем, ну, априори это понятно, что у нас главное. Нам понятно, озвучить-то мы забыли, а как в той рекламе, мужики-то и не знают. Озвучить-то я забыла. И озвучивать человек в этом случае начинает всякие кружавчики, раскрашивать второстепенные всякие понятия, а не главные, не ставить главное ударение. Вот скажите, пожалуйста, во фразе «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» какое слово является главным? Что ты ржешь? Мой конь ретивый. Конечно, конь. Конечно, конь. Ржешь — такое малоударное слово. Что ты ржешь, мой конь ретивый? Я же к лошадке обращаюсь. Понимаете, от кого я хочу получить-то ответа-то? От коня. Мне же не важно, что он ржет. Мне же... Алло, гараж. Мне же важно до него достучаться, понимаете? Вот когда я мысль формировала, я понимала, что для меня главное достучаться до лошадки. А как только я эту мысль начинаю озвучивать, не, ну это понятно, что главное, я ее забываю озвучить. Вот, пожалуйста, не забывайте расставлять четкие логические ударения. То есть первая вот эта грабелька, ваше сообщение содержит ошибки, это казнить нельзя помиловать. Понимаете, да? Смысл сообщения может в корне измениться от того, где вы поставите логическое ударение. Потому что наверняка вам много раз говорили: ты мне этого не говорил. А как это не говорил? Говорил? Нет. Рядом стоял, за руку держал. За руку помню. Не говорил. Не там поставили логическое ударение. И весь смысл сообщения осыпался. Понимаете? Поэтому следите за тем, чтобы громкостью и... длительностью, растягиванием звучания выделять главные понятия. Первая, значит, грабелька. Вторая грабелька. Ваше сообщение содержит двусмысленные выражения, типа там в пятницу разговор, да, там или в понедельник разговор. Встречаемся в следующую пятницу в 19:00. Момент, в какую следующую? В следующую или за этой неделей. Вот обязательно какие-то такие неуточненные варианты, особенно в том, что касается серьезных договоренностей. Уточняйте, проверяйте, задавайте вопросы, понял ли вас собеседник, потому что иначе получится: мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Да? Вот, вот ровно та самая история. А? Да-да-да. Не договорились. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Опять те же грабли. Мои любимые грабельки, третьи. Эти грабельки, кстати сказать, любимые грабли профессионалов. Потому что очень большая компетентность, очень большое количество информации по тому или иному вопросу, очень точное понимание всех процессов, задействованных вот, во всем, о чем вы рассказываете, могут привести к тому, что вы, рассказывая об этом дилетантам, ключевые позиции просто пролетаете мимо, потому что они для вас само собой разумеющиеся. Парень, который с сорванными связками, да, он я говорю: а что со связками? Он говорит: а я петь учусь 16 лет. Я говорю: а что же вы на связках-то? Это же, ну хоть это, диафрагмочку же надо задействовать там, подключать, да, диафрагму. Я говорю: вам не говорили, что надо петь на диафрагме? Он говорит: ты что, вы на каждом занятии говорят. Я понимаю педагога, потому что он забыл, про диафрагму сказал, он забыл показать, где она, как ее это, подключать, как ей действовать. То есть просто вот этот самый основной момент рассказать забыл. Для него, само собой, разумеется, что при вокале надо подключать диафрагму. И он с этими, а он рвет связки. То есть там идет совершенно другая нагрузка на другие группы мышц. Другое там звукоизвлечение, другая подача звука. Мой замечательный инструктор по горным лыжам первый показал нам, как съезжать плугом, и уехал кататься. Завез нас, чайниц 20-летних, на самый высокий над Домбаем альплагерь Алибек, самый бугристый, извилистый склон, и уехал. И мы сверху: Вальтер, мы все расшибемся! Не бойтесь, тетки, новых пришлют. И мы
соскребаясь как могли, значит, всю эту смену, а он ездил кататься, естественно. Типа плугом поставил, дальше сами научитесь. И замечательный инструктор. В результате у меня были разбиты коленки, и мне их потом очень долго сильно чинили. Потому что мне никто не объяснил, что существует вот это вот компенсаторное движение, облизывание бугра, винтоугловое движение. Мне просто этого никто не объяснил, и я долбалась по этим буграм как могла, разбивая хрящи коленок. Но, слава богу, починили, восстановили, добрые люди. Так что, вот видите, маленький нюанс. Ну, дело в том, что я переспрашиваю, а я об этом говорила? А я об этом говорила? Вот я, если вспоминаю, что я что-то важное не сказала, я... Ой, да, сейчас вернемся, чтобы, не дай бог, не пролететь главное. Вот давайте, чтобы мы с вами точно запомнили эту грабельку, я ее обожаю. Она прекрасна, я на нее все время наступаю. Ну, вылезаю, поскольку я про нее помню, вылезаю. Давайте делаем такое упражненечко. Руки вперед, большими пальчиками вниз, ладошками наружу. Угу. Правую руку заносим, кладем на левую. Пересекли пальчики в замочек, да. Вывернули большими пальчиками внутрь. Приподняли указательный пальчик. Не расцепили, а приподняли галочкой указательные пальчики. Не расцепили, вот чуть-чуть, во-во-во-во-во. Теперь вот в образовавшуюся вот эту вилочку положили нос. Угу, замечательно. Вот. А теперь смотрите, что я сделаю. У половины получится, у половины нос встанет в вилку. Не убирая указательных пальчиков от ноздрей, расцепляю пальчики и развожу руки. У кого получится, у кого нет. Ага. Нос в замке. Объясняю, почему. Я не сказала, нос в замке, да, нос в замке. Да, да. То есть получается вот такая штука получается, да? Вот, никак, они никуда никак не убираются, не получаются и не разводятся. Почему? А вот теперь давайте объясню, почему. Еще раз, ручки ладошками. Я один крошечный нюанс не сказала. И результат коммуникации, да, у половины диаметрально противоположный тому, которого я хотела добиться. Правую руку заносим, кладем на левую. А теперь посмотрите, важная штучка. Небольшой палец, вот даже вот здесь вот покажу, да, небольшой палец правой руки внизу, чуть поднимите правую повыше, большой палец левой руки должен оказаться внизу. Не пересекайте руку, а чуть повыше ее положите. Пересекли пальчики, вывернули, приподняли галочку, угу, положили нос и расцепили пальчики. Па-ба-ба-па-па. Yes, да? Вот, крошечный один нюанс, потому что если внизу оказывается большой палец правой руки, тогда у нас и все. Да, все, получается вот такая вот штука, такой вот зажим. Один крошечный маленький нюанс. Проверяйте вопросами, не бойтесь, что вас воспримут каким-то не таким образом. Вообще не думайте, как вы выглядите. Ваша задача – довести коммуникацию до логического завершения. Поэтому баечками, анекдотиками, историями жизни подтверждаем вот этот вот ключевой тезис. Самое главное, чтобы он упаковался. Другими словами, еще раз то же самое рассказать. Спросить, понял, не понял. Уточнить, что конкретно понял. Да, потому что мы понимаем, что не факт, что понял то, что вам надо. Да? Вот обязательно не пролетать вот эти маленькие нюансики, ключевые, которые являются очень важными для понимания всей сути происходящего, для конечной цели вашей коммуникации. Раз, два, три, грабельки. Четвертая грабелька – это вот то, что мы говорили по поводу звучности и темпа замедления. То есть, значит, четвертая грабелька говорит о том, что ключевые положения вашего сообщения забываются. Забываются в каком случае? Если вы их не выделили. Если все вот это вот, да, в одну... Да, как сломанная шарманка. Все на одной ноте, все... Да, или наоборот, все важное. Тогда это программа максимум.
скандалы, интриги, расследования. Не может быть все важным и не может быть все второстепенным. Ключевая позиция обязательно должна быть подчеркнута жирненько вашим логическим ударением, выделением громкостью и замедленно жирным шрифтом напечатанная в ухе слушателя практически по слогам. Вот тогда она упакуется, да, ключевая позиция. Вот тогда вы ее разрисовали, расписали, выделили, подчеркнули, выделили, все. Вот тогда она действительно упакуется. И последний барьерчик, ключевое положение вашего сообщения, вообще все ваше сообщение воспринимается субъективно. Это как раз то, о чем мы с вами говорили, рассуждая о необходимости считывать аудиторию. То есть вы можете... Вот почему действительно очень уважительным считается вопрос. Простите, пожалуйста, у вас сейчас есть минуты, если вы звоните? Потому что я очень люблю, когда мне звонят, когда я там ласту заносишь над морем в Эйлате, и тебе звонок. Здравствуйте, вы недавно посещали автосервис, да чтоб тебе... Девушка, перезвоните через неделю. Спасибо. Вот мне совсем не нужно сейчас выяснять, что она от меня хочет по поводу моего посещения там неделю назад автосервиса. Вот дело в том, что это классическая ошибка любого человека, который хочет произвести впечатление, особенно на нового человека. Он начинает долго, многоречиво, велеречиво рассказывать о себе любимом, а тому, может, дико уже есть хочется. Или просто эта информация, он не может понять, куда он ее упакует, эту информацию, и к чему мне, кто твоя бабушка была? А мне оно зачем? Окей, а от меня-то вы что хотите? Понимаете? Вот точное знание чаяний, ожиданий аудитории поможет вам быть с этой аудиторией максимально эффективными. Пока понятно? Yes. Выходим на финишную прямую. Па-па-па-па-пам. Схема создания импровизационной речи. Большинство людей начинают придумывать речь, презентацию ли, сообщение, разговор с начальником, разговор с важным персонажем начинают продумывать сначала. Вот перестраиваем головушку и приучаем себя понимать, что первое, с чего мы должны продумывать любую нашу коммуникацию, это последняя фраза. К чему это я, собственно? То есть, как только вы задаете мысли направление, она ага, и она туда начинает лететь. То есть, это как козу на веревочке подтягивать колышку, понимаете? Если колышек вбит, то тогда вы, значит, эту козу к этому колышку подтянете. Если он не вбит, будет она у вас мотаться где угодно по всему полю. Это последняя фраза, это якорь. Это тот самый вот ключевой пункт, к которому направляется ваша мысль. Если... Вот знаете, есть хорошая фраза, вроде как «шли-шли помы». В общем и в целом я знаю, чем я собираюсь закончить. Ничего подобного. Потому что в общем и в целом вас занесет обязательно куда-нибудь вдаль светлую, и обязательно перед пунктом «Б» кончатся рельсы вашего паровозика. Вот обязательно перед точкой, когда вроде как шли, и видишь, как начинает ужас в глазах человека скакать, потому что он вроде летел, вроде как Все, самое страшное, когда ты себе вот эту вот последнюю фразу не продумал, что ты, вот не зачем мне это надо, что я хочу получить в сухом остатке, не задал себе вопрос, и не придумал вот эту последнюю фразу, и не придумал вот эту конечную вкусняшечку, сюжетную интригу, к чему я, собственно, слушателя-то веду. Вот тогда вы обязательно где-нибудь в середине зависнете. Причем, если вы это ранее заготовили,
Вы можете в любой кармашек урулить. Вы можете, как у меня один слушатель говорит, у меня начинают от основного ствола вырастать ветки. Творческий человек, руководитель серьезной рекламной кампании. Он говорит, у меня ветки начинают вырастать. Я говорю, так вот если у тебя на верхушечке твоей елочки звездочка путеводная, вот куда бы у тебя ветки не вырастали, ты до этой звездочки обязательно доберешься. Ты все равно будешь возвращаться к стволу, и к этой путеводной звездочке ты, карабкаясь снизу вверх, обязательно дойдешь, даже заруливая на какие-то боковые веточки. Видела отчет одного из топов Сбербанка. Улетел, разнесся, и его там по какой-то метафоре куда-то уволокло. Думаю, ну... Понял, что унесло, остановился. К чему это я, собственно, думаю, гад, ну хоть бы про себя. Это же он, чего геморроится, он просто так. Так вот, собственно, к чему это я? Поймал последнюю мысль за хвост и полетел в этот пункт Б. Подвязал ту мысль, по которой его унесло, вот к той мысли, которая его сейчас вывезет в пункт Б, мостик перекинул и полетел в пункт Б. То есть, понимаем, начинаем с последней фразы, придумываем последнюю фразу, чем я собираюсь закончить. Последняя фраза заканчивает вот эту вот нашу основную ключевую позицию, которая, собственно, определяет, чем же все-таки по сути является то, чем мы одариваем нашего слушателя, наша вкусняшечка, самая основная. Перед ней паузка, да, она медленнее и громче. Вот это вот изюминка, вишенка на тортике. Как вот у меня очень мне нравится сравнение, хорошо структурированная речь напоминает грамотно поданный обед. Закусочки, супчик, горяченькое и десертик с вишенкой на тортике, да? Вот в обязательном порядке. Значит, каким образом можно создавать импровизационную речь? Причем это может касаться всего чего угодно. Доклада, отчета, презентации, тоста, спича, чего угодно, речь должна быть структурирована, иначе она разваливается. Понимаем, да? Значит, вот структура, пункт Б, сюжетная интрига, вот эта вот вкусняшечка, изюминка. Дальше, три метода наиболее эффективных для создания импровизационной речи. Мы можем с вами прогуляться по метафоре, то есть по сравнению с чем-то известным, знакомым, вызывающим стойкие ассоциации, вот тогда у слушателей будет возникать очень четкое восприятие, ассоциативное того, о чем вы рассказываете. Тогда яркая, сочная, зрелищная, метафоричная речь образуется. То есть сначала прошлись по этому сравнению, подтянули вот к этой вот вкусняшечке и дорого, вкусненько ее продали. Вот мне больше всего метафора нравится. Хотя антитеза тоже хороша, если вам нужно... что такое антитеза вот в случае составления речи? Противопоставление. Сначала даем те варианты, которые... Ну, здесь можно так, но... Но у нас другое предложение. Да? Разобрали те варианты, которые не айс, и по ним подтянули, может быть, даже один вариант, который... Ну, в общем, есть возможность сделать вот таким-то, таким-то образом. Есть. Но! У нас есть вариант куда круче. И выдаем наш вариант. Да? Это на противопоставление, на антитезе. Сначала размещаем то, что потом то, что тогда очень лояльно, очень благожелательно наш слушатель относится к нашему предложению. Намного более благожелательнее, если бы мы ему, вот почему говорю, не выдавайте на гора сразу ключевую позицию. У слушателя должно создаться ощущение, что он эту мысль сам подумал. Понимаете? Подтяните его к этой мысли, потому что иначе это будет не его мысль. Прогуляйте его по этой мысли.
И последний метод, значит, метафора, антитеза и, ну, то, чем пользовался Стив Джобс, случай из жизни. Но помним, да, что сначала создается вот эта вот последняя фраза. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Там, be hungry, be foolish, да? Его знаменитая эта фраза. История из жизни. Что самое главное, не на себя вы одеяло перетягиваете и не о себе вы рассказываете. Вы рассказываете о себе все время для слушателя. Вам, ребята, потому что я приготовил потрясающую совершенно мысль, вам, безумно интересную, да, по моей истории жизни, что, какой эффект вызывает вот эта вот история жизни. Из вашей ли жизни, из кого-нибудь из знакомых, из великих людей. Слушатель начинает эту жилеточку на себя примерять, понимаете? То есть возникает такой эффект сомыслия. Если, скажем, метафора вызывает стойкие ассоциации, антитеза – более лояльное отношение к вашему предложению, то случай из жизни – вот это вот примерочку на себя. Ага, у меня как? А у меня как? Ага, замечательно. Замечательно. И три правила первой фразы. Помните, что всегда первой реагирует лимбическая система, правое полушарие, система лимбекс, эмоциональная система. Первые 5-10 секунд к вам принюхиваются на предмет нравитесь, не нравитесь. Вот сначала сигнал идет в эмоциональную систему, понимаете? И только если вы понравились, вот только тогда сигнал перекидывается в систему кортекс, в логическую, и вас начинают слушать. Если вы не понравились, человек полез в гаджеты. Да? Вас не слушают, вы не зацепили, вы не интересны. Эмоциональная система вас отторгла, система логическая вас слушать не будет, потому что ничего она уже решила, она уже поняла, эмоциональная система ей уже на ухо сказала, что ничего толкового из этого не будет. Занимайтесь своими делами. Значит, у вас есть 5-10 секунд для того, чтобы зацепить слушателя. Для этого существуют три правила первой фразы. Во-первых, помним, да, включаем лампочку в глазу, и вот эту вот личную заинтересованность. Вот заставьте себя гореть тем, поверить в то, что вам это безумно интересно, то, о чем вы рассказываете. По поводу себя поиронизировать. Вот я пока шла, очень красивую фразу первую несла. Но поскольку блондинка – это диагноз, по дороге где-то ее и потеряла, поэтому, соответственно, уже начали тривиально. Добрый вечер. Да? Вот, ну, да? Со мной уже вроде как комфортно. Соответственно, самоирония или ирония рождает симпатию. Если изначально аудитория настроена к вам благожелательно, если аудитория настроена негативно, не пытайтесь ее по плечику похлопать. Это очень серьезная ошибка, потому что если аудитория, да, в бойцовой низкой стойке, то тогда можно получить в глаз. Классическая ошибка. Не амикошонствуем, не сокращаем резко дистанцию. Что делаем? Неожиданное или шокирующее сообщение или его форма. Даем по башке. Да? Выбиваем из негативного состояния. Иван Петров съел моего хомяка. Дальше уже найдете, как привязать. Замечательно начал. Начал ректор нашего института свое выступление. Это был первый спич, который я услышала в стенах моего любимого института. Мы все поступили, ор, крик, шум, гам, броуновское движение в актовом зале. Он постоял у микрофона, помолчал, наклонился ниже, говорит, значит так, только 75% из сегодня поступивших закончат это богоугодное заведение. Тихо, тихо, актуальненько очень. Так, что делать, чтобы не вылететь? Замечательно. Мне одна из девочек рассказывала где-то не в столице, заканчивала юридический институт, она говорит, я запомнила на всю жизнь первую фразу. Мы не знали, что основы права у нас читает прокурор города.
Первое занятие. Входит какой-то дядька. Мы все там попами на партах, все к нему спиной. Он постоял, посмотрел, шарахнул дверью. Мы так это все начали рассаживаться. На передней парте сидит парень с бумагами, продолжает рыться. Дядька говорит: господа, причин для непосещения моих лекций могут быть три. Больничка, роддом. Парень продолжает копаться с бумагами. Он подходит, фа, эти бумаги, на, в окно, бум. И кладбище. Я надеюсь, мы с вами подружимся. Ни одного человека не было, который бы прогулял его лекции. Первая фраза запомнилась навсегда. Неожиданное шокирующее сообщение. Если говорить о форме, спеть, сплясать. Мне больше всего нравится форма вопроса, потому что она тоже относится к неожиданным формам, да? Как вы думаете, сколько лет пройдет, прежде чем мы окончательно угробим нашу планету? Но думать над ответом вы уже начинаете. Понимаете, что происходит? Начинают вот эти вот шарики за ролики цепляться. Все, я вас уже зацепила. Вы уже зацеплены, вы уже начинаете, вы уже в контакте, вы уже в диалоге со мной. Вы уже не полезете в гаджеты, вы уже не будете заниматься своими делами. Я уже вас зацепила. Вопрос в том, чтобы в течение первых 5-10 секунд зацепить аудиторию. Больше, как не помню, чья фраза, но фраза, на мой взгляд, великая. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Вот у вас есть 5-10 секунд. Последнее правило первой фразы. И думайте, о чем вы сейчас будете говорить, выходя сюда. Я думаю, что тостики какие-нибудь посоздаем. Это самая такая простая, приятная фраза для создания импровизационной речи. Или какую-нибудь убеждающую речь, вкусненькую, призывающую где-нибудь или отдохнуть в любимом месте. Или выходные потратить на интересную творческую работу. Придумывайте. Последнее правило первой фразы – цитата. Причем она хороша как на начало, так и на концовочку. Дело в том, что цитата рождает механизм единомыслия. Ваши слушатели, ну, с великими не поспоришь, это понятно, да? С великими не поспоришь. Если вы цитируете известное произведение литературное, известный кинофильм или песню, ты тоже смотрел, да? Мне тоже нравится. Мы одной крови, ты и я. Угу. Все, включили механизм сомыслия. Все, мы единомышленники. Вы со мной согласны? Согласна, ага. Согласна, я тоже. Да. Соответственно, можно и все эти правила объединять, там все это в одном флаконе выдать, да? Можно все эти все методы создания импровизационной речи использовать в одной речи, да? И метафору, и антитезу, и случай жизни. Можно все три правила слить в одном флаконе: ирония, неожиданное сообщение и цитата, какая-нибудь смешная, забавная цитата, смелая, да, которую вы себе позволяете очень... Не буду, сейчас не могу цитировать, у меня один слушатель замечательную цитату выдал на гора. Сейчас попытаюсь вспомнить что-нибудь более пристойное. Потому что цитата была роскошная, очень по делу, нет, ну очень забавная. Не-не-не, я все-таки, вы же не забывайте, что я же была замдиректора школы леди по воспитательной работе. В пацанках. Меня пацанки не поймут. Ладно, хорошо, давайте приведу такой примерчик. Недавно... Приведу пример, вы придумываете, составляете пункт Б, сюжетная интрига, да, о чем сейчас будем говорить, или придумайте, о ком будете тост произносить, а еще лучше просто выйти сюда с пустой головой и быстренько здесь создать схемочку и ее по схемочке, вот по скелетику прогуляться мясом, быстренько обрастить. Вы себе не представляете, как хорошо на стрессе работает голова. Начинаем. Последний. Я понял, к чему нужно привести, когда только вы пытался. Это прекрасно. Обычно, когда видишь все, сразу понимаешь, к чему все придет. То есть, ну, я когда только начинал интересоваться стратегией,
Был такой японский стратег, я не помню, как его зовут, но он очень известный, может попробовать. Он писал про 9 экранов визионерства. Ну что такое 9 экранов? Вот сейчас Наталья рассказывала про некого аватара, там выходишь, оперируешь собой, выстраиваешь речь. Но со стратегией, когда ты оперируешь глобальными вещами, не только в текущей ситуации, тебе нужно смотреть на то, как будет все развиваться в разных вариациях. Примут стратегию или примут стратегию. Найдешь решение, найдешь решение. Возьмешь, не возьмешь. Ее воплотят, не воплотят. Вообще, изменится, что-то не изменится. И в конечном счете, ты смотришь в разных ситуациях, выстраиваешь некий сюжет, как можно все это реализовать. И, по сути, занимаешься сценарным планированием. То есть ты пишешь сценарий дальнейшего развития ситуации для достижения той конечной цели, которую ты увидел в самый первый момент. И вот после этого ты выбираешь различные инструменты. Можешь убедить человека в том, что ему нужно это, апеллировав к неким исследованиям, к неким опросам, к изучению рынка, выстраивая какую-то убедительную коммуникацию. И когда человек тебя услышал, ты уже вошел в его понятийное поле. И когда ты вошел в его понятийное поле, ты сразу начинаешь с ним думать, как Наталья сказала, очень похоже. Вы с ним в одной лодке. И ты начинаешь ему сопереживать, потому что ты не только для себя это делаешь, но в первую очередь делаешь это для него. Вот когда ты делаешь это для него, ты такой думаешь, хорошо, я ему-то это сейчас сделаю, а он-то что с этим делать, потом будет он на весну сядет, потом ему плывет. А ты, короче, из лодки такой выполнил, ну вот ты пока. На берегу. Да. И, в общем, собственно, тут работает не только одно получаешь, но сразу два. Ты начинаешь не только что-то просчитывать, анализировать, ты, в первую очередь, творишь. То есть, поэтому IDEO, Landor, Pentagram – это не просто такие дизайн-консалтанты, на которых ты ориентируешься. Для них стратегия – это дизайн-стратегия, это разработка, это реализация, творческий подход. И, как сказал основатель такого некого понятия, как дизайн-тинкинг, основатель компании IDEO, знаете, что он сказал? Ну как вы считаете? Ну все, не мурыжим, не мурыжим! Давайте, продавайте! Уже продавайте! Стратегия — это творческий штаб. Медленно, как детям малым, продайте. Я повторю еще раз. Стратегия — это творческий штаб. Мы создаем будущее. Алюмбичка. Видели, что сейчас было бы, если бы слили вот эту вот ключевую фразу? Мы же к ней тянули. Люди слушали, роскошную паузу выдержали. Стратегия – это творческий акт. Ушли подборные продолжительные. Всего-навсего поставили вот форму, придали ключевой позиции, и вся ваша уже изложенная мысль заглочена целиком и полностью. Ой, как красиво, как здорово. Очень хорошо, спасибо большое. Кто еще возьмет? Ну давайте еще кто-нибудь. Нет? До трех. Раз. Два. Продано. Ну все, тогда не обессудьте, тогда уже тренируйтесь дома. Спасибо.